Бывший полузащитник Ливерпуля, Реала и Баварии Хаби Алонсо предположительно не заплатил испанскому государству 2 миллиона евро налогов в период с 2010 по 2012 год. Испанская прокуратура считает, что возможным наказанием Алонсо будут 4 миллиона евро штрафа и 5-летний срок заключения. По версии обвинения, экс-игрок Реала укрыл от властей полную сумму, которая была выплачена ему за владение имиджевыми правами, сообщил Independent. Алонсо не первый футболист, столкнувшийся с подобными проблемами. Ранее испанские власти занимались расследованиями доходов Криштиану Роналду, Лионеля Месси и коуча Жозе Мауринью. Месси в итоге получил наказание в виде 21 месяца тюрьмы условно. Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем Инстаграме.